Этот старенький трамвай можно увидеть на улицах уральского городка Волчанска каждый день. Вот уже более 60 лет здесь исправно работает трамвайное сообщение. Волчанск известен как самый маленький российский город с собственной трамвайной линией. В городе менее 10 тысяч жителей. Наш трамвай внесен в Книгу рекордов России. И тоже такой факт очень для нас значимый. Вот, поэтому трамвай для нас это как символ города. Изначально маршрут проходил по трем линиям, однако в конце прошлого века две из них закрыли за ненадобностью. Осталась одна в 7,5 километров. Люди стали уезжать с города, возить пустые трамваи. Мы решили, что одного достаточно. Потом у нас появились маршрутки, автобусы. И, соответственно, это все быстрее, удобнее. Люди предпочли другой вид транспорта. И вот мы просто как приоритет сейчас работаем. Оставшаяся линия соединяет северную и южную часть города. Маршрут проходит через лес. Здесь никто не садится, не выходит. Ну, грибники летом там. Большинство людей предпочитают автобус, но трамвай ходит точно по расписанию. За это его и ценят. Если дело назначено на какое-то время, то нужно еще ходить, ждать, а на трамвае доедешь и как раз. Трамвайную линию строили после Великой Отечественной войны немецкие военнопленные. Когда-то рельсовый транспорт возил тысячи рабочих к угольным шахтам и на завод. Теперь же на нем ездят не более 300 человек в день. Местные и региональные власти ежегодно выделяют более 10 миллионов рублей, чтобы сохранить трамвайное сообщение в Волчанске.